Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду играть в такую новую игру для себя, как Fortnite. Играю, ну, на самом деле не в первый раз, но тоже, если честно, как-то особо не играл. Не знаю некоторых клавиш. Вот кто-то выпрыгнул, я за ним полечу, ладно. За этим человеком, точнее. Поставлю метку всем сюда, чтобы было удобней. А сам полечу в другое место. Ну вот, сюда. Так где? Надо бы найти оружие. Так, где? Это я знаю, что такое. Вот, оружие Е-Е. Все оружие Е-Е. Пусто. Взрывается. Справа пусто, слева пусто. Справа пусто, тут пусто. Поэтому буду играть дальше. Е-е. Показал. Вот, возьму лама. Ясно, что это? Бык. Е. Обыскать. Ну ладно. Я вообще в зоне оказался. Е-е. Е-е. Что это? Обычная огненная ловушка. Е. Е. Как запомнить, что будет? Это. Е. Ударная граната. Базука. Е. А, на место этого. Так. Ну, возьму транспорт себе. Новая достопримечательность. Можно сесть Е? Нет. Е. Нет, нельзя. Ну, вон там что-то есть. А, справа пусто, слева пусто. Что это? Это остановка. Винт. Нет. Я заблудился. А, нет, нашелся. Е. А, это пистолет. Ну, вроде не нужен. Поставлю метку, чтобы знал, куда идти. Мой сотоварищ. Тут тоже пусто. Е. Опа. Новое место. Ой.
И сам от себя испугался. Там кто-то. Не, никого. Где? Где? Кто? Где? Откуда? Как? Убит, сохранен. Прикольно. Прикольно. Он не знает, что я выйду. Ладно, выйду. Короче, выйду. Ну, это почти первая игра. Может, бывает, проследил, не заметил. Пишите, продолжать или не продолжать. Что делать дальше? Ну, опять-таки, продолжать или не продолжать. Что, во что играть дальше? Пишите, и всем пока.